кладут в палату. Показалось. Ну и жаль. Нынче нормального соперника не сыщешь. Взгляни на товары. Деньги не возвращаю. Этой штукой искалечили многих лучших воров города.
пора и на покой. Я заболел, точно знаю. Речную вонь даже... Я тут чую. Что дальше? Что случилось с этим местом? Пожалуйста, не трогай. Оставь меня. Я тебе не враг. Выходи, друг. Я не кусаюсь. Нынче, как у гуляющей девки промежа. Сдохну от портовой гнили или от мрака. Я пас, Гаррет. Ты уже обобрал этот город до нитки.
Кажется, ты чего-то хочешь. В чем дело? Мои нищие благодарят тебя. И я тоже. Хочешь чаю? Кажется, ты чего-то хочешь. В чем дело? Щедрость тебе к лицу, Гард. Пришел составить компанию старой женщине? Нищие будут рады. Давай поговорим. У меня есть товар для темных дел. Приятно иметь с тобой дело.
дерьма. Город полон надежды, сестра. Полон надежд. Вера должна быть крепкой. Грядет новая эпоха для всех нас. Спина совсем разболелась. Я видел какое-то движение. Я гоняюсь за собственной тенью. Куда он делся? Чёртов хитрец! Что?
меня все готово. Нас... Это последний собор города. Разрушенный дом старых богов. Если бы камни могли говорить, они бы говорили загадками, как королева попрошает. Я принес мою маленькую Эмили, почистил все царапины, обмыл ее раны. Орион вернул тебе город, но даже он не воскрешает мертвых. Вы сказали, он всех вылечит! Как она. Докажи свою веру в рассвет, и ты будешь спасен. Я не могу! Не могу ее бросить! Обнадеженные собрались. Орион готов. Пора закрыть собор. Но сколько наших братьев и сестер еще на улице? Теперь это наши улицы. Больше не надо шептаться по углам, бояться петли и каналов. Им придется подождать. Бесконечную ночь. Все это закончилось. Жутко устал. Интересно, что они кладут в палатку? Чувствую прикосновение Ориона, как будто вера исцелила меня. Ничего там.
ночь. Один и тот же кошмар. Вот бы мне горячего. Здоровится. Ты провел достаточно времени среди наших групп. Нам даровано возрождение. Я принес так много жизни. Не увидели потери. Ну что теперь? Наверняка ерунда, но ты проверь. Сейчас не время для этого, брат. Головная боль. Даже целиться не могу. Если зазеваешь, крысы сожрут. Какие кубы сейчас? Царство за кофе. Говорят, что не знаю. Ошибка.
Я так устал, что мерещится всякое. Вот бы сюда мне попало. Наклялся. Я глянул в Баланду, и она посмотрела на меня в ответ. Продавали бы тут Баланду. Я голодный как. Придется позвонить, чтобы меня впустили. Обычно звонить начинают после моего ухода. Последнюю экскурсию. Отлично. Не люблю толпу. Я сам найду дорогу вниз. Я не в настроении шутить, друг. Видимо, ложная тревога. Готовьтесь защищать рассвет.
Для припасов. На нем можно спуститься. Больше веры, братья! Буря очистит! Там кто-то идет? Никто не пройдет мимо Стража Рассвета. Есть хочется. Боги на пороге. Когда припасы будут отправлены вниз? Лифт старше, чем этот квартал! Так нужно! Краем глаза видел лифт.
Когда припасы будут отправлены вниз? Лифт старше, чем этот квартал, и также изношен. Сам Орион не заставит его идти быстрее. Следи за своим языком, друг. Лифт для припасов. На нем можно спуститься. Больше веры, братья! Буря очистит улицы от клейма тиранов и от неверных. Скоро мы станем свидетелями нового рассвета! Шея болит. Куда делись продавцы баланды? Что? Я видел какое-то движение. Крысы повсюду.
лекарство от мрака. Мне бы на крематории накопить. Попробую просочиться в дейпорт. Я не нытик, но здесь становится опасно. Эй! Стража! Кто-нибудь! Я кого-то видел! Если бы эти камни могли говорить, что бы они рассказали?